Всем тем, кто знает и понимает смысл слова «война», кого связала судьба с той чужой страной, тем, кто шел плечом к плечу по дорогам Афганистана, тем, кто не вернулся, тем, кто выжил, и тем, кому не довелось дожить до наших дней, посвящается. Давайте я первая! Ой, да конечно! Зеленый дом проезжает, смотри наверх, смотри! Я тебе напомню! Сейчас, Наталья, а где у нас Наталья? Подвесят, приедут. А остальные приедут, едут уже. Мы ночью уехали, чтобы здесь готовиться. Ой-ой-ой, Натаха! Канун, бросай! С чем она тебя встречает? Дровами. Бросай дрова! Это тоже наша. Здравствуйте. Будем дружить с семьями. Замечательно. Я личный ассистент. Очень надо помощника. Мне нету здесь, ладно? Ладно, ну навряд ли она позвонит. Ну молодцы, заранее прибыли, молодцы. Да как же, слушай, это приедет же это. Под утро начали. В общем, все, кто в том году был. И это еще дополнительно здесь поставили. Ваша команда снижает. Да ради бога. Ба, смотрите, припасали. А? О, видишь, какой у нас? О, орел. Так, это самое. Одинаково разговаривает. Вот он когда зовут Гена разговаривает. У нас татарский, у вас этот. Казаки, чего ты хочешь? Подруги нет, да? Это уже, надеюсь, познакомились, да? Да нет, мы еще не знакомились. Ты уехал, что ли? Ну да, я же приехал на это. Выключай, Наташа. Толпа приедет. Да, там, наверное, будет все. Ну, в автобусе. Вот. У нас три палатки, все там в автобусе. Ничего нет. Лотки что, носовые не взял? Кто? У нас все бумажные. Этот, как его? На спирту. Ну да. Что, Вовик? Мать спрят. Что мне еще надо брать? Да ничего, а что она не будет переть? Видал? Татарские девчата приехали. Тушенка сразу, да. Все попьет. Ты не показывай, что на полу режем. Стола пока нету. Тут полевая кухня. Да. По походному. А что нас бы приспособили? Чего вы? Нет, сейчас уже это самое. Тут 5 минут, это же главная повариха. Я не лезу. Как так, скажешь, тряпку я пока почистить. Вот сюда вешаю. Помощник. Слышите? Вот вкусно будет? Ой, вкусно. Саш, подожди. Еще ничего не поняли. А еще подожди. Приятного аппетита. Давай, очень вкусно. Ну, надо думать. Да. Вовик уже... Вовик оценил. Вовик. Он говорит, я никогда не ел суп со свежими огурцами. И перец болгарский. Вот так вот. Мы же гречневый суп хотели, а тут получилось густой, похлёбка. Поэтому мы не стали. Мы с Колей очень рады по этому случаю. Скажи, Коль, я тебе спеть не могу больше. Да? А я умираю, люблю. О, тоже, да? Я все. Скорпионы, вот все. Очень вкусный суп гречневый, мне очень нравится. Да, мне тоже. Я тебе серьезно поставишь эту к ним в палатку. Они тебе проведут отдельно. Я так и сделаю. Они тебе отдельно, я тебе говорю, отдельно проведут. Ты че такая? Бабушка. Еще побольше масла. Ого, я тебе говорю.
Все к Горбачеву. Все вопросы. Эдик, Эдик, к Горбачеву. Тебе будут прямо как к Ленину. Останьте так, что с диваном. Когда видишь, она у нас диван. Мне унимать нельзя. Все пока в процессе строительства, да? Да. Мама, мы все собираем. Привет. Теперь надо все, машину собирать. Зачем машину не надо? Мы же... Не прыгай. Во-первых, обувь это крылья. Дети можно. Это можно взять. Посмотрим на палку. Никогда это не было такого, чтобы это настолько открыто. Обычно гроб закрывали, хоронили даже ночью. Сынки. Ну пускай дымит! Ну дымит! Вот это форма забирали вас 1 апреля 82 года. А потом в Саланде две колонны встретили, с вами не досмотрели. Здесь будет галерея под бессмертный полк. Начало строительства. Сейчас приедут. Будем! Думаю, что мы выпили. Пресса, готовьтесь, через полчаса приедут. У меня работы все стоят, мне работать пора, они все едут. Поехали. Ура! Ура! На, снимай, Наташа. Это странно снимать. Это самый ваш. Здравствуйте. Здравствуйте. Геннадий, здравствуй. Как она? Привет. Как вас? Ничего не утопило? Нет, нормально. Здорово, брат. Ой, мы же тут... О, здорово. 9 часов уже. С 9 часов. Салам, батя. Привет, привет. Салам, батя. Вот тебя. А, нет, сестра, батя. Ой, дядя. Сестра. Ура! Вот тебя. Я говорю, ну как она? Нормально? Ну, мы в город заехали чуть-чуть. Нормально все? Скачили? Все нормально, все. О, парень, тут я еще это... Привет, татары, всем привет! Делает пик! Сколько? Откуда нарисовался? Вы нас ждали? А как же? Мы вас сильно ждали. Мы все в море приехали. Мы вам место заняли. Оля, где пол? Давай, пожалуйста, пусть вообще будет. Нет, вы ставьте, вы пока палатку начнем собирать. Как это, муравей? Нет, там сейчас надо сначала кухню. Пузо смотри. Дядь Вов! Сейчас кто-то будет кухню делать. А, сейчас и все. Вот правильно поставили. Так, вот это.
Вы сейчас что-то доедете. А картошка это вон туда. Сейчас, поехали. Иди сюда, иди сюда. Сюда. Не знаю. Иди сюда. Сильно? Так, тебе доступ? Вот картошка. Ты же был столб. Да ладно. Да, я... Да, я... Да, я... Да, я... Да, я... Да, я... Пойдем выкинем. Один это, рюкзак на себе. Ты пойдешь там? Куда мы еще? Настя? Он тяжелый. Я знаю. Ты уезжаешь обратно? Арриберт, ты такой, мой лав. Да. Настя. Куда? Поставь на другом месте, все найдется потом. Вот сейчас. Да. Только как тебе звонок идет, и попадай там. Давайте, давайте, внутрь. Не-не, покажите. Марсель, в опять же, что-то, жить нужно еще. Я ничего не дал, у меня все есть. Так, давай так, тут, так, а да вот эту. Сейчас, а сейчас ходи. Билет, не мешай. Не мешай. Марсель, вы что-то попутали в прошлом году? Я ничего не путал. Свадьбу тут играли, снимали. Свадьба была вчера в Истане. Так что тут. Мы уже в этом году и там провели. Я тоже расту, ассистент кур. Потому что всех снимаю, а меня нету нигде. Думаю, ну надо хоть немного чуть-чуть. Много людей смотрят, видят, собираются. Так что как-то так. Достаточно. Данила Егор сейчас помогает палам. Чего? Она легкая. Ну, тяжело. Сама. Давай.
Мы с Натальей смотрели, маленькие такие сушеные яблоки. Хотела я килограмм купить. Вон, на малую сцену. Правильно, Гет? Ну да. На малую сцену. Это мой друг Игорь Ишко. Ну, он, конечно, не совсем друг, но друг. Личность-то знаковая. А? Личность-то знаковая. Знаковая. Кинжал отжал. Согласен? Давай. Я иду. Можно я провожу? Причем, давай туда сейчас электричество проведем. Жилье строим. Жилье строим. Да, конечно. Да, так, нет, жилье. Жить ведь хотим. Надо, надо, надо. Один день пришли же. Ну, я Зеленодольский муниципальный район. Да. Ясное дело. Было известно, кто это. И зачем. Вы анекдот не слышали? Какой? Я десятки раз проезжал через Зеленый Дол станцию. И в последний раз ехал, один мужик сидит и говорит: о, Зеленодольск. Я как Зеленодольск? Ну как, Зеленый Дол, это же Зеленодольск. Звоню Гумару, что, правда он, а ты что думал? Да? Зарядный там узел. Потом поднимем. Нет, ты берешь, завязывай там. Ну, смотри, очень хорошо. Ребят, а дайте будьте туда, пожалуйста, прямо на 2 минуты. Вот гости из дружественного Казахстана. Добро пожаловать. Пойдемте. Обустраивают свою. Вы прям к столу. Площадку. Молодые люди работают. Это наш маленький ВДВшник. Так, ну мы с Алимжаном знакомы уже по прошлым. По прошлому знакомы. Ваши впечатления, что вы тут увидели и что вы ожидаете увидеть? Потому что до слета еще далековато. Ой, ожидаем увидеть, конечно, большего. Просто у нас сегодня первый день подготовки. Мы еще немножко не знаем, что, где, как. Но, надеюсь, в эти ближайшие дни еще люди же приедут, да? Много приедет, надеюсь, очень много. Весело будет у нас. Практически еще никого нет, только так первые. Знаете, я зачем сюда ехала? Я сюда ехала за песнями, честно. Я хочу послушать вот эти концерты. Сейчас вот ребята начали уже. Ну, я это еще подготовка. Подготовка, все впереди. Вот, надеюсь, что вот услышим. Даник, идем, садись. А потом... Сейчас, секунду, отвечу. Блядь, батиски не взяли, блядь. Где-то не добавить. Сегодня ведь выезжать будут, опять пить.
Ну и хватит. Больно. Где построение? А так не согрузили? Ну там одежду забрал, все дело. Там же место заняли. Ты что? Так Коль тоже занял там? Я говорю, вот пистолеты есть, автоматы. Я рубил, больно, это мне пригодится. Надо было мулять, а не автоматы взять. Стоять! Пароль! Нас ГАИ остановил. Фаю, фаю. Наташа, маши папе ручкой с мамой. Наташа, а он читай. Фотографию там снимает на камеру. Я слушаю вас внимательно. В подсолнухе фотосессию. На рассвете. Завтра. Я тебе серьезно говорю. Ксюшку тянул, тянул. Красота. А где это? Я тебе таких фотографий наделаю, что... А мы тоже хотим, пойдем. Как? Просто Настя, как на говно надевай, как одевай. Это же не погибшие. Просто Мария была, ты бедная. Погибшая. Вот, бедная. Я вот кем-то поставила. Вот так одеть нельзя просто. Вот здесь папки есть. Вот это вообще не правильно. Вот сюда. Вставляй. Серег, вот вставляете сюда. Нет, теперь можно. А с другой стороны туда. Все выдавал. Откуда прибыли? Тебе вопрос. Тебе вопрос. Откуда прибыл? Откуда прибыли? С города Санкт-Петербурга, вообще город воинской славы Колпино. Ишь ты? Да. Давеча я по Невскому два дня гулял. Да знаю, что гуляли. Знаю, что и с Боярским засветились там маленечко. Да, был такой момент. Да. Знамя привезли этот, да. Который Боярский держал. Ясненько. Вот, Вовка, так, да. Все, хочу Владимира. Хочу и... Владимира видеть. Она уже это сейчас только закипела. Набухла. Да что ты? Ну-ка давай попробуй. Что уж? Пусть это тангре. Очки одевай. Все готово, убрать надо. А, давай, уберите, пожалуйста. Где все там науки? Азат, сделаем. Давайте, снимайте там. Так. Снимать, снимать. Будьте здоровы! Где она? Красоту наводим. Вот такого еще здесь не было. Красоту наводим. Это будет самый ценный кадр. Доброе утро. Доброе, доброе. Кто следующая? А меня можете заплести? Да, конечно. Чего? Да, отлично. Все, пока работаю на пенсию вышел. Молодец, молодец. Ну, ничего, пока не выгоняю. Не выгонять надо, работать. А когда там сидишь, все это. Да, нет. Кислое дело. Ну что, брат питерский. Салам, родной, салам. Сдал все и сдал. Это ты как кричал? Я, а кто же еще? Понятно, ну держи. Ишь ты! Вот спасибо. Ну в курсе там, да, что одна отстегивается, пришивается, а вторая сверху нахлебывается. Ну, я беру, если нужно идти. Надо все в повар. Волку тоже могу дать. Разберемся. Хорошо, спасибо. Я не пишу, там звонит рядом. Знаю, знаю, все. Встречи, встречи. Так, я ж не буду. Вашим, нашим, 659, да. Это здесь будет. Это Рустик. Это мне, это Рустам Ишметову. Спасибо большое, Гену. Я потом ему только кое-что дам. Сделано в Питере. В Питере? По специальному, да. Заказу. Спецзаказ. По индивидуальному проекту. Поймал. Где будет? В какой газете? Сразу говори. Комсомольская правда. Нет, нельзя. Я не знаю, что это другой пицца.
Вот здесь сели и все. Она вот. Комары потом еще ночью. Я и говорю. Сигналами сюда заезжают. А? Салам бача. Я с собой общался? А? С собой по телефону разговаривал? Да. Она заебался, как и в Бузулуке побывал, блядь, и даже проскочил. Да тут же ж не так сложно, позвонил бы. Ну, звонил. Ты сказал, вроде Первоуральск, я что-то искал. Сказал, да Первоуральск, я ошибся. Чуть-чуть. Я, поэтому я уже в Бузулук попал, короче. Там я давай спрашивать, я говорю, объясняю, вот лоба. Ты один? Один, жену не отпускают, там у них проверка, короче, говорит, приехал. У вас ее чего, от времени уже повело? Кого? Она батрая. Выросла такая. Салам! Салам! О, привет! О, рад Да я сам не знал, никого не выходил. Ну, человек может там лазить. Он и нашел. Но у нас лишь бы далеко нет. Шестьсот 659-й! Ура! Едут, приедут, Вова, не переживай. Это кто посмел эту красоту опой назвать? Ай-яй-яй-яй. Это ж надо, а, так умудриться сделать. Уважение должно быть к старшему. Ну что? Я понимаю ваше уважение, но опой не знаю. Молодой человек, в данный момент вы оскорбили женщину. Молодую женщину. Да извините, что вы на моих коленях. Или кровь я была. Кинжал вон висит. Кинжал дай. Это еще не кинжал. Завтра будет кинжал. Не, это ножичек. Завтра кинжал будет. Настоящий. Подписанный царем Николаем II в 1916 году. Дадите сфоткаться с ним. Как форменная одежда кубанского казака. Царем даже? Да.
И платок за отдельную платку. Приятного аппетита на природе, как кушается. Нет, давай кушай. Давай. Возьми картошку и шашлык. Ребят, я пока не хочу. Ну, а потом не будет. Ну не будет, не будет. Ну что сделать? Я худею, у меня завтра казачью форму одевать. И что я буду? А мы натянем. Да тебе лишь бы натянуть. Там нитки есть, иголки есть, пуговицы перешьем. Господи, какие вы добрые люди. А мы поможем тебе это утрамбовать-то? Вот. А вот ты как, за ногами встаешь и все говорит это? Нечем. Так, всем привет. Ими, вдруг я просыпаюсь, и встает опять передо мной Афганистан. Лица молодые, милые, родные, тех парней, кого оставил там. А может, это все приснилось, а может, не было тех дней, когда, нарвавшись вдруг на пулю, ребята звали матерей. И разве мать, скорбя у гроба, волос не рвала на себе? А он бежал совсем мальчишком, как, может, не было тех дней. Красивые хлестнули по камням холодным. Крик «Прикрой, ребята!» в горле вдруг застрял. Тихо, Юрка, Сашка, вышли на пули, а зашли на вечный пьедестал. А может, это все приснилось, а может, не было тех дней, когда, нарвавшись вдруг на пулю, ребята звали матерей. И разве мать, скорбя у гроба, волос не рвала на себе? А он лежал совсем мальчишка, так может, не было тех дней. Я же говорил, что вот Алексей Алексеевич, Алексей Алексеевич. Все они, конечно, славы не искали, в 20 лет хотелось им рассвет встречать, но по ним хлестали и свинцом, и сталью, этого не стоит забывать. Что, может, это все приснилось, а может, не было тех дней, когда, нарвавшись вдруг на пулю, ребята звали матерей. И разве мать, скорбя у гроба, волос не рвала на себе? А он лежал совсем мальчишка, так, может, не было тех дней.